Что мы можем наблюдать здесь? Питон душит беднягу-медоеда, который еще подает признаки жизни. Но все совсем не так, как кажется. На эту заварушку подоспел голодный шакал, предвкушая легкую добычу. Но кто будет в роли жертвы, пока непонятно. Хотя медоед для себя уже все решил, его совершенно не волнует, что змея еще жива. Не сильно его беспокоят и шакалы, которые тоже решают поживиться питоном. Получается своеобразное перетягивание каната, где шакалы играют против правил. Но медоед, заметно уступающий им по размерам, совершенно спокоен. Он без труда отгоняет конкурентов, которые то и дело возвращаются, но победа остается за невозмутимым и бесстрашным зверьком.